Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в очередную игру, где мы с вами проживем всю жизнь буквально за 5 минут. Вот только представь, ты родился, вырос, пошел в школу, поженился, завел детей, пошел на пенсию и умер. И это все буквально за 5 минут геймплея в сегодняшнем ролике. Мне кажется, то, что это довольно-таки интересная игра. По крайней мере, мы посмотрим это в сегодняшней серии. Если ты больше хочешь других игр помимо Майнкрафта, то ставь огромнейший палец вверх прямо сейчас. На этот ролик я обещаю то, что как только мы с тобой наберем 25 тысяч лайков, сразу же выйдет продолжение. Поэтому не ленись, поставь лайкусик, а мы с тобой будем начинать. Игра называется «Жизнь». The Game. Игра. То есть мы просто можем нажать на вот эту красненькую кнопочку и сразу начать жить. Давайте. Первое задание — это у нас нужно родиться. Это моя мама, да, которая... Ага. Это была моя мама, которая меня рожала. Написано то, что я не хотел вылезать из животика мамы 3 дня. Но, наконец-то, когда она меня выпучила, она была настолько уставшая, то, что просто выкинула меня на улицу. Поэтому давайте мы упростим задачу для моей мамы и нормально родимся. Так, ага, вот на эту полосочку, да, нужно нажимать? Я родился, так подождите. Ага, мне нужно разговаривать, да, мне нужно учиться разговаривать. Это, как я понимаю... Ага. Это типа ноты, да, то есть... А, Б, В, Г, Д. Ага, давайте будем учиться разговаривать. А, Б, В, Пи, Пи, Си, Ка, Пи, Пи, Пунчики, И, А, А, Б, В, Г, Д, Калемене, Жопа, Говно, Жопа, Пиписька. Я научился разговаривать. Сейчас мне нужно учиться. Так, подожди, мне нужно решить задание. Так, 17, тут 3, а тут 20. Твою мать, я не успел! Так, хорошо, учиться. Школа. 12, 17, 3 и 15 умножить на 4. 5 умножить на 4, извиняюсь, 20. А плюс! Вы видели эти прыщи? Еще раз давайте посмотрим. Это подростковый возраст, да? Когда у тебя все лицо в прыщах покрывается. На самом деле, мне хоть и 23 уже скоро, но, как видите, у меня в последнее время тоже прыщи начал везде вылезать. Ну, ничего страшного. Я всех понимаю, у кого есть прыщи, плюсик, комментарий напишите. В этом нет ничего страшного. Будем помогать чуваку лопать прыщики. Мы же растем. Жизнь. Жизнь. 5 минут на жизнь. А что будет, если... А, ладно. Ничего страшного, давайте мы все прыщики полопаем. Почему у него прыщики даже на лице... на глазу вылезали? Свидание, у меня свидание. А, то есть я сейчас впаду такой, сижу... А вот это не хочу, вот эту хочу, вот это мне нравится, вот это мне не нравится. А, вот это красотка, а вот это нет. Хорошо, вот эта блондинка мне нравится, допустим. А что за маньяк? Почему я маньяка должен выбирать? Маньяк мне не нравится. Бабушка. Прям как пиндос какой-то. Ладно, давайте заново. В этот раз меня что-то прям дико понесло, и как написано, я познакомился с какой-то слишком опасной девушкой, поэтому нужно попробовать заново. Хорошо, свидание. Блондинка, да. Маньяк, нет. Бабушка, нет. Вот это, ну хорошо, да. Этот нет. Почему... Вот этот краб на башке, мне этот чувак не нравится, почему я должен его выбрать? Хорошо, блондинка, да. Маньяк, нет. Бабушка, хотя бабушка с котиком, котик миленький, давайте бабушку. Да почему? Я не бабушку убирал, а просто котика, и он мне понравился. Ладно. Блондинка, да. Маньяк, нет. Бабушка, нет. Это, да. Я бы тут нажал нет на вот этом, на этой чупакабре, но все же мне нужно нажать да почему-то. Да. И вот это да, это мне тоже нравится. Да! Совпадение! Мы понравились друг другу. Так, хорошо. Подождите, это игра типа попасть шариком, да, в эту... Это в американских фильмах всегда, знаете, когда на вот этих пьянках, гулянках, на выпускном где-то, когда ты шариком бросаешь какой-то стаканчик, и как только ты попадаешь, тебе нужно... Противнику твоему нужно будет его выпить. Хорошо. Опа, опа. Опа! Попал! 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 Последний! Ладно, давайте заново. Нет, я могу... Опа! А в этом задании я могу продолжить. Значит, тут есть альтернативные какие-то концовки. Ладно, давайте мы еще раз попробуем. Опа! Везде попал!
Так, сделать кофе. Ты имбецил, проваливай отсюда! Ты очень сильно накосячил. Ты отравил своего босса и был уволен с работы. Тебя подозревают в убийстве, и следующие 20 лет ты проведешь в тюрьме. С сокамерником, которого называют Папа-медведь. Какой, мать его, Папа-медведь? Я просто кофе положил в стакан. В смысле, я отравил своего босса. Ладно, давайте еще раз попробуем. Кофе и милк, вот, молоко. Вот, все, сделал кофе. Да почему я имбецил? Ладно, там... А, там еще сахар есть. Кофе, сахар и молоко. Да! Прекрасная работа. Ну ты, конечно, и лох, потому что нельзя пить кофе и чай с сахаром. Сахар это белая смерть. Не, соль белая смерть. Неважно. Ладно, мне нужно пожениться. Мне нужно одеться на свадьбу. А, ну тут на самом деле все просто. А, нет, вот так. Ну, я уверен, что когда я буду жениться, я 100% вот пойду так на свадьбу. Вот, в купальнике моей жены будущей. Я гламурненький, да? А? Твоя мода и стиль очень прекрасны, но они слишком испугали твою невесту, и она убежала с твоим дядюшкой Лёхой. Проклятие, Лёха! Еще раз пожениться. Так, хорошо. Что у нас тут? Вот. Опа, прекрасно. Ладно, не-не-не. А если вот так? Ну, слушай, неплохо, вот, ладно, а это что такое? Это одежда с моей прошлой вот этой работы, сокамерника, да, вот эта одежда моего сокамерника, вот этого дядя, папа-медведь, я же 20 лет в тюряге отсидел. Ладно, давайте нормально оденемся. Костюмчик. Прекрасно, я просто, а почему у меня волосы розовые? Ненавижу розовые волосы. Вообще не люблю крашеные волосы, почему ты покрасился, дебил? Ну, я прекрасно просто. В смысле? Чё-то я не понимаю. Так, мне нужно пожениться, мне нужно одеться на свадьбу. Тут же еще ботиночки маленькие такие есть. Сейчас я их помещу сюда, прям в центр. Опа! Свадьба! Так, получи еще детей. Мальчик. Два мальчика. Три мальчика! Четыре мальчика! Пять мальчиков! В смысле, я только что 5 детей себе нарожал за 30 секунд? Кризис среднего возраста. Опа, все покупаем. Конфетки, сыр, машину. Кофе, молоко, гантели, труселя для жены. Перец обязательно нужно покупать. Билет для... Отличная работа. И что ты теперь будешь делать с этим всем хламом? Хорошо, ладно. Давайте будем делать так, машину. Я бы взял машину, конфету я не буду брать, сыр не буду брать, кофе возьму, молоко возьму, гантели возьму, труселя не нужно, перец возьму и путешествие возьму. Да почему нет? Бухла возьму, конфету, сыр, закусь, гантель не надо, и труселя для женушки, перец нет и путешествие не возьму. Да что тебе не нравится, а? Там же у меня есть список, что нужно купить. Гантель, а сейчас... Машина, гантеля и путешествие куда-то в Дубае, да? Ебой на машине с гантеля в Дубае! Так, то есть я уже... Мой ребенок! Два пальца в розетку засунул. Короче, как я понял, я уже старый, и мне нужно следить за своими детьми, чтобы один не засунул пальцы в розетку, другой не сгорел в костре, в камине, а третий не захлебнулся всякими средствами для мытья посуды. Ладно, это будет сложно. Фу, так, поехали. Так, ага. Стоять! Куда? Стоять, это сюда. Нет! Я ж типа... Так, хорошо. Давайте будем держать их в центре. В центре, чтобы они никуда не отходили. В центре. Пожалуйста, дети. Почему все дети хотят себя убить? Не могу понять. Стойте в центре, вот. Опа. Вот, все. Хорошо, справился. Так, отсортировать таблетки. В смысле? Сюда, таблетку. Да в смысле, почему? Почему оно присосалось сюда? Отпусти таблетку. Так, синюю. Твою матушку. Синюю. Розовую. Синюю. Да почему ты не залазишь? Синюю. Розовую. Да почему она приклеилась, не могу понять. Зеленую и зеленую. Зеленую сюда! Сюда зеленую!
твою мать! Еще одна попытка. Розовая. Розовая у нас идет сюда. Зеленая у нас идет сюда. Синяя. Синяя у нас идет сюда. Еще одна синяя. Слушай, это так сложно управлять этой фигней. Ага. Зеленая. Синяя. Синяя, пожалуйста, вот сюда. Розовая. Не в зеленой, а в розовой. И зеленая. Опа! В смысле умереть? Все? Вся жизнь пронеслась у тебя перед глазами. Прям за один миг до твоей смерти. Это правда. И этот миг называется жизнь. Ой, господи. Любящий всеми. О-о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 ! After all, like coming soon. Там есть еще одна игра, которая называется «Жизнь после смерти». То есть продолжение вот этой игры. А мы-то все прекрасно знаем, что нужно делать, чтобы вышло продолжение вот этой игры. Я хочу попросить тебя поставить огромнейший палец вверх прямо сейчас на этот ролик. И как только мы с тобой наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет продолжение. Поэтому, пожалуйста, не ленись, ставь лайкусик прямо сейчас. И также хочу тебя попросить подписаться на мой инстаграм. Вот тут есть мой ник в инстаграме, и также в описании есть ссылочка на мой инстаграм. Можешь заходить прямо сейчас подписываться, потому что там частенько выходят истории, фоточки и многое другое. И сегодня будет небольшой конкурс. Случайным 25 человекам, которые прямо сейчас зайдут, подпишутся на мой инстаграм и пролайкают мои последние фоточки, я поставлю лайки также на их фоточки. Поэтому чем быстрее ты зайдешь, подпишешься, чем быстрее ты пролайкаешь мои фоточки, тем больше шансов то, что я лайкну твою фоточку сегодня. Вперед, подписывайся, ставь лайкусик на этот ролик, я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия. Ребятки, спасибо вам всем за просмотр, всем удачи, не хворайте, не болейте, и желаю, чтобы ваша жизнь не пронеслась так быстро, как в этом ролике, всего лишь за 10 минут. Спасибо тебе за просмотр, всем удачи и всем пока.